А давай поиграем с тобой в игру. Мы будем угадывать, как называются дети у разных животных. Ну, например, у утки. Утенок, правильно, молодец. А у курицы? Правильно, цыпленок. А у слона? Слоненок, молодец. А, например, у коровы? Теленок, умница. А у свиньи? Поросенок, какой ты молодец. А у лошади? Нет, какой лошаденок? Он называется жеребенок. Это так здорово, когда в семье есть маленький малыш. Мама, кажется, объелась, у нее большой живот. Или может кто-то там живет. Кто в животике у мамы, подскажите? А в животике у мамы пузожитель. Кто в животике у мамы, интересно всем вокруг. Подрастает, подрастает, для меня веселый друг. Кто в животике у мамы, подскажите? А в животике у мамы пузожитель. Там сестричка или братик, все равно тебя мы ждем. Как же будет интересно нам играть с тобой вдвоем. Кто в животике у мамы, подскажите? А в животике у мамы пузожитель. Ты стучишь своей ручкой, каждый стук я твой ловлю. Ты пока что пузожитель, я уже тебя люблю. Кто в животике у мамы, подскажите? А в животике у мамы пузожитель. Вот такая у нас классная песенка про маленького малыша. И помни, что малыш лошади не лошаденок, а жеребенок. Тебе понравилось? Нажимай на картинки на экране и смотри дальше.